Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, друзья, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео у меня новинка. Ну, для меня новинка, так как я только что зарегистрировалась. Значит, называется ClicksGain. Без вложений. Букс непростой. Так вот он выглядит. Здесь можно это все перевести и почитать. Участников уже 31,5 тысяча. Значит, выплачено уже более $2000. Вот, как я сказала, проект без вложений. Значит, проект непростой, букс. Регистрация здесь наипростейшая, но работает этот букс через почту. Значит, после регистрации вам придет на почту письмо. Я ничего не удаляла, чтобы вам показать. Так. Ага. Я удалила, по-моему. Так, ну-ка, оповещение. Да. Так, значит, смотрите, придет на почту вам письмо. Первое. Открываем. Значит, пожалуйста, нажмите на следующую ссылку, чтобы завершить процесс регистрации. Нажимаете на ссылочку. Заходите. Не помню уже. То ли по логину и паролю, то ли по имейлу и паролю. Ну, там посмотрите. Далее. Следующее письмо. Авторизуйтесь. Войдете в кабинет. Так, аккаунт. Я зарегистрировалась в этом проекте. Сейчас скажу. Значит, я зарегистрировалась. Так, сегодня у нас 5, вчера 4, 3 сентября. Значит, я активировалась. Мне на почту пришло следующее письмо. Переходим на почту. Значит, далее, что здесь? Вот они пишут, чтобы... Так... Как я сказала, букс работает через почту. Вы успешно зарегистрировались. Значит, чтобы получать письмо, здесь они оставили скриншот. Значит, что делаем? Нажимаем вот на эти три точечки. И что? Вот здесь, за место вот заблокировать вот этот отправителя, нажимаем «Разрешить». Или что там будет написано, нажимаем, значит, чтобы нам приходили письма. Так? Нажали. Следующее письмо. Все будут рассылочки, как бы, будут через почту. Вопросы-ответы. Как работает переход. И посмотреть здесь. Можно нажать. Так, далее что? Так, это я вам показала. Так. Все, мы разрешили. Там написано, что через 12 часов только начнут приходить письма на почту. И мы будем переходить по ссылочкам и просматривать серфинг через почту. Давайте пока покажу вам кабинет. Это майн-баланс, это рекламный баланс, комиссионный баланс. По выводу. Значит, сразу здесь партнерская ссылочка находится. Вот можно копировать ее. Значит, депозит нам не надо. Виндраф. Смотрите, друзья. Значит, майн баланс. И комиссионный можно выводить. Два баланса. Значит, на Perfect Money минимальный вывод $2. Так, комиссия у них. Значит, далее что? Perfect Money. Здесь есть еще и Faucet Hub. В биткоин сатошах мы выводим. Минимальный вывод на Faucet Hub 1 цент. Минимум 0.01 цент. Максимум $10. И берется комиссия 1,5%. Так? Далее что? Так, ну это вот панель наша. Домашняя страничка. Здесь ничего нет. Здесь рефералы... Наши рефералы будут отображаться. Так. Далее. Money. Здесь депозит. Так, вкладочку вывода я вам показала. Трансфер. Здесь мы можем переводить с майн баланс на пуршас баланс. Далее. Комиссионный баланс на майн баланс. Сюда вписываем сумму и нажимаем трансфер. И все переводится.
И вот Пурша за баланс. Он никуда не переводится. Так. Ну, здесь как бы профиль. Такого ничего нет. Как бы наша статистика. Далее опять нажимаю аккаунт. Так. Мой профиль. History setting. Значит, здесь наши данные. Нужно будет указать при регистрации еще, друзья, пин-код. Payment. Это у нас тут мы прописываем кошелек. Прописывайте все кошельки. От Perfect Money и от Falsoid Hub, который у вас биткоин-адрес привязан к микрокошельку Falsoid Hub. Нажимаем сохранить. Здесь у нас... Что у нас здесь? Переводим на русский. Так, когда ваш участок находится в режиме... А, это режим отпуска. Аутентификация. Новый паспорт, пин-код поменять. И генерально здесь можно установить еще аватарку. Я, конечно, аватарку установлю. Ну и все. Здесь больше ничего такого в кабинете нет. Не забываем прописывать платежные реквизиты, иначе нам как бы мы не выведем. И вот я сегодня одну ссылочку просмотрела. Значит, я зарегистрировалась, как я уже сказала, 3 числа. Ждала я, ну, 12 часов, типа у них там написано. А мне вчера ничего не было. Пришли письма только сегодня. Значит, вот мое следующее письмо. Так. И вход нужно будет, друзья, будет вам ежедневно приходить, ну, при входе в кабинет, код, надо переходить на почту, копировать этот код, вставлять код, и тогда вы попадете в кабинет. Постоянно код приходит. И вот здесь мне как бы еще одна ссылочка. Одну я просмотрела, я нажимаю на ссылочку, меня перебрасывает. И вот таким вот образом нам будет приходить письма. Смотрите, вот идет отсчет времени. Ждем. Разгадываем капчу. Нажимаем send. Все. И вот мне вот такая сумма перешла как бы в кабинет. Так. Но она не закрывается. Значит, я перехожу в кабинет. У меня 0.2013. Сейчас я обновлю страничку. Так, 0.2026. Вот таким вот образом нехитрым мы просматриваем ссылочки рекламные. Так, еще у меня должна быть ссылка. Вот еще одна. Рекламку просмотреть, потому что их было 3. Еще раз я просматриваю. Как часто они приходить будут, я не знаю. Сейчас я покажу вам еще в кабинете о том, что есть статистика вывода, как бы то, что проект платит. Нажимаю send. Опять мне сумма такая зачислилась. Перехожу в кабинет 0.2026. Обновляю страничку 0.2039. Так. Так, и теперь вот здесь. Теперь это мне не надо, это можно закрыть. Так, где-то вот здесь, подождите. Сейчас буду посмотреть. Это не то. Есть вопросы-ответы. Это все можно. Вот нажмете, можно прочесть аккаунт. Сейчас где-то я видела. История выводов. Это тоже не то. Аккаунт, а где я видела? Так, это что? А, это я попала опять на домашнюю страничку. Сейчас найду, друзья. Потому как... Так. Так, Home Account Support. Форум. Так, так, так. Payment. И да, вот, смотрите, вот 5.09. Видите, здесь все зарубежные товарищи. Ну, есть Российская Федерация, видите. Все инстанты, все на Falsoid Hub в основном выводят. Вот по 4 цента, 1 цент выводят. Так,
Индия, Филиппины, Вьетнам, Перу. Так, а что у нас здесь? А вот кто-то на Perfect Money 2 доллара вывел. Ну, в основном, ну, потому что один цент, да, лучше, быстрее это все идет на Faucet Hub, конечно. И видите, написан инстант. Значит, платит инстантом, друзья. Вот такой вот букс. Кому интересно, я самое главное вам показала, рассказала. Хотите, пожалуйста, присоединяйтесь. Не хотите, пройдите мимо. Ну, а здесь наша вот статистика идет. Всем удачи, больших заработков. Вывод будет, что выводить. Естественно, я проверю на вывод. Запишу видео. До новых встреч.